этот светоносный праздник Воскресения Христова, возлюбленные братья и сестры, приветствую вас дивными словами «Христос воскресе!». В эти праздничные дни мы прославляем воскресшего из мертвых Господа и Спасителя нашего. Иисус был во всем верен своему Небесному Отцу даже до смерти, и Бог воскресил его к жизни на небе. Жизнь Иисуса Христа, Его воскресение должны быть примером каждому из нас в нашей жизни. Христос говорил о Себе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Поэтому каждый человек должен задумываться о смысле своей жизни. Мы должны думать, как мы живем, что мы делаем, контролировать свои дела и поступки. Искупительный подвиг Иисуса Христа, Его воскресение – это проявление любви Божией к миру и каждому человеку в отдельности. И если мы, по примеру Спасителя, научимся любить, то наш мир станет другим – миром любви и надежды на жизнь вечную. Мы живем в мире, в котором по-прежнему много зла и несправедливости. И поэтому каждый христианин должен не только жизнью своей засвидетельствовать верность Господу, но и со смирением и терпением помогать своим ближним. Желаю, чтобы воскресший Иисус Христос укрепил нас в вере, надежде и любви, которые так необходимы каждому из нас.